В скором времени проспекту Фридриха Энгельса и площади Революции могут быть возвращены исторические названия. Площадь Революции, как до 1918 года, станет Георгиевской, проспект Фридриха Энгельса – Шереметьевским. Состоялись первые общественные слушания по этому вопросу. Инициатива исходит от жителей. Из 1200 улиц и переулков первоначальные названия сохранились лишь 18, все остальные переименовали в советский период. У ивановских краеведов много доводов в защиту дореволюционных названий. Так, например, имя Фридриха Энгельса напрямую с Ивановской землей не связано, а вот графы Шереметьевы не только были владельцами села Иваново, но и неоднократно приезжали сюда. Без Шереметьевых не было бы вообще ничего бы в селе Иваново, так как они, как помещики, были заинтересованы в развитии ткачества, сицепечатания. Они были нормальные люди. Они брали налог, но при этом они, в общем-то, знали меру. Им у нас нет никаких доказательств с точки зрения того, чтобы они лютовали или еще что-то делали. Многие культурные проекты, там сад 1 мая, там садовая аллея по Садовой, это, по улице Садовой, музыкальное училище, первая школа грамоты. Я могу долго продолжать. Обсуждаться вопрос переименования будет еще неоднократно. Впереди заседание городской комиссии по топонимике, обсуждение в общественном совете и, наконец, пленарное заседание в городской думе. По его итогам станет ясно, вернутся ли городу первоначальные топонимы. Дореволюционная ивановская неповторимая топонимика, она на вырос, что называется. Люди подрастут, подрастающее поколение, которые уже будут по-другому к этому относиться, и они будут, наверное, ценить, удивляться и будут счастливы, что в их городе есть такие улицы с такими названиями, которых больше нигде нет. Чиновники уверяют, что серьезных проблем у жителей в связи с переименованием не возникнет. В этом мэрия убедилась на примере улицы Боевиков. Старые и новые названия будут признаны тождественными. Сложнее придется юридическим лицам, им документы менять придется. Но чиновники обещают, что предпринимателям дадут время на переоформление. А все несогласные с переименованием городских улиц могут выйти на митинг. Его планируют провести 20 октября у кинотеатра «Современник». Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.